тренер Александр, с победой в сегодняшнем матче. Ну и как по двум встречам итоги подведете, что скажете? Ну, если судить по счету, два совершенно разных матча. Если судить по самоотдаче, то же самое. Ну, серьезно готовились, но много у нас не получилось в первой игре. То есть волнение где-то, неуверенность. Сегодня ребята вышли уже немножечко по-другому настроенными. Соответственно, как бы быстрые голы придали уверенности. То есть, ну, а дальше уже только самоотверженность. Ну, сегодня вот удалось сыграть удачно в большинстве, забили, а вчера не реализовали две попытки при розыгрыше 5 на 3. Чего не хватало вчера? Вчера не хватало уверенности, то есть сам смысл, как вам сказать, то есть команда соперника играет очень активно, то есть не давала время подумать. То, что нам, как бы скажем, нужен был этот, скажем, опыт, то, что мы говорили им, что они будут играть активно, но все равно где-то шайбы передерживали. Все время в борьбе принимать, скажем, правильное решение очень сложно. То есть нужен опыт, нужно мастерство. Молодежный хоккей, поэтому как бы, то есть вчера они нас не совсем, наверное, услышали, хотя мы говорили об этом весь матч. Сегодня получилось немножко по-другому, тем более мы же все же учимся на своих ошибках. Ну, дай бог, что как бы они понимали, про что мы говорим, и двигаться дальше. Как бы сложно этого не было. Никита Циркуль вчера пропустил 6 шайб, а вот сегодня сыграл на 0. Не было мыслей как-то рокировку вратарей провести? Нет, то есть как бы игрой вратаря мы полностью довольны. И те голы, вчерашние 6, там как бы скажем, там, да, несложно как бы его в чем-то, как бы скажем, ну, обвинять или там не обвинять. Вопрос в том, что как бы его ошибки, может быть, и видны, они есть, да, но это последний как бы барьер, который как бы необходимо защищать. То есть команда ему не помогала. Если бы команда помогала, как сегодня, тогда ему было бы попроще. А так он умница. Сегодняшний матч показал, что в психологии у него тоже все в порядке.